Идем. Он больше на Шрека похож. Здесь всякие бяки. О, плюс 2 урон. Чё? Урон и там стрельбой. Мне срочно нужен верстак. Что хочешь забрать? Станок. Один фиг, он на самом деле в первых двух частях верстаком и назывался. Да. Ну не везет им вообще никак. Ну. Она не спросила, она сказала. Погода. Найти вход сзади. Та-ля-ля-ля. Я хочу в таком костюме зимой на работу ходить. Я тоже. Блин, гребаная аптечка завязал. Здесь пусто. Здесь по-любому что-то должно быть. Ага. Некроморф. Спрятался. А куда он? Какой он? Ах ты, сука, ничто не сравнится с моей ногой. И чё их, блин, только аптечки потратил. А ты там где? Я... Как мне говоришь, что уже станок нашла? Не. Кстати, да, по поводу станка. Так... Станок... Да, он далеко до него. Ещё как до Каспийской границы. Где ты там? Я вот бегу. Не знаю, правда, где ты. А, вот, ворота пробегаю. Я свой. Я вижу. Ну, после того, как не убила, да? Да, он не может убить. Печально. Да слава богу, а то ты часто умирала бы. Ты палишь повсюду. По всему, что движется, что не движется. Кроме зомби, да? Да. Heads up. Looks like Danica's had time to regroup. Damn it. How do we find Rosetta if she's been dead for 200 years? Wait a minute. There. Rosetta lab. It's here. Perfect. Send me the coordinates. Now let's hope Danik doesn't find us before we kill this codex. Ну и я. Все вижу. Винтовка с автоприцелом. Ха-ха, криворучка. Да, все в порядке. Криворучка. Да. Так а когда синяя, когда синим загорится. Ну вот у меня синяя. Криворучка. Так она синяя. Я, может, я дальтоник, но она синяя. Левая кнопка. А, все, вижу, какая синяя. Так это не синяя, это голубая. Там ты дезинформатор. Синяя и красная, господи. Там синяя, красная и голубая. Да? Да. А как я открывал тогда? Да, это? Да ладно. Клешнями-то тяжело просто было сразу взять все провода перерезать.
Бывает все. Тяжело страдает. О! Да, да, только сначала. Меня, да, того. Что-то я все клавиши перепутал. Ага, что же заморозил, зачем? Очень я помираю. Я что, тебя не спас? Ты умер. Я вроде нажал, там типа было. Ваш напарник умер. Ваш напарник рак, что ты сейчас? Что-то как-то малая заморозка держится. Вроде ж прокачали. Что-то прям они так не рубятся. Тяжковато было, я бы сказал. Да не, нормально. Чё? Да какие там... Да как... О, костюм легионера был разблокирован. Красивый? Не знаю. Подожди, еще один кряхтит. Костюм легионера. Ну, попробуем. Чё у него там? В чем его прикол, интересно? То мне это гламурное оранжевое. Интересно, у меня... может у меня синий? А где, кто кряхтит? Что-то я не могу понять, где они сидят. Кто-то тут проклятие начитывает. Что-то у меня не особо. Нет. Точно. Ну-ка, ну-ка, стой, стой, стой. Дай посмотри. Вот на свет вышел. Какой кошмар. Нет, переоденься. Я тоже так думаю. Переоденься и побежал за мной. Ну-ка. Ладно, пока к станку подойду. Ну-ка, если... Что-то нет, все-таки мой Санта-Клаус не самый красивый. А, у меня такой же, как у тебя. А чё? Я-то думаю, чё я так их медленно убиваю? У меня почему-то все эти модификаторы слетели. Да ладно. Да. Фу, некрасиво. Ой, а теперь я реально... Слушай, у тебя три огонька было? Нет, у тебя было два. Смотри, я сам Фишер. Сейчас, подожди. А, круто, прям четко, как у Фишера. Так красненький. Ах, не знаю. Я буду стелсить. Я-то думаю, чё я их, блин, так медленно убиваю? Они, блин... У меня реально все модификаторы слетели, я даже порезать их не мог. Почему, интересно, так? Здесь не слетели, здесь все нормально. Порезать. Надо аптечек собрать. Во. Ой, ты себе такой же взяла. Тебе он что, больше нравится?
Не, мне не нравится. Я тоже думаю, наверное, гламурный взять. Ну, у меня хотя бы это, фишерские глаза. Ну-ка. Хочешь посмотреть? Да. А, смотри. А у тебя почему-то их... Покажись. У тебя их... Два. У тебя их два, а у меня три. Так. Да, у тебя три, а у меня... А у меня третий глаз не открылся просто. Циклон. Не, ну да, я лучше оранжевый тогда возьму что-то. С начёсом. Или... Арктический костюм взять. Да не, лучше костюм археолога. Между ними разницы все равно никакой. Плюс 2 урон, плюс тон стрельбы. Вот у них этот шлем так выдвигается, представляешь, в космосе случайно кнопочку нажали или что-нибудь, и у них такой шлем обратно. Ага, и все. Зарядка, урон. Минус обойма, минус обойма. Стоп, это. Ой, нет, нет, нет. У меня кто-то в ухо храпит. Да есть такое. Сопит. Да есть такое. Все? Нет. Ты стоишь как будто в туалете. В такой позе. Создать новый вариатор. Нет необходимых модулей. А где мне их взять? Что-то я... Вариатор нижнего блока. Почему я... Почему не могу сделать его? Тебе плохо там? Да, руками машу. Махаю. Взмахиваю. Порхаю. Пока ты там возле косметички своей сидишь, стоишь. Там дальше просто лифт, по-моему. Ага. Что там тоже делать? Ты где? Я в конце коридора. Сейчас я переоденусь. Мне не нравится Фишер. Какой-то он... Неинтересный, да. И вот так Сплинтер Селли хватает. А где мой... А, арктический он, да, был? Археолога. Нет, он арктический. Ай, да, у тебя арктический.
теперь нас только по цвету можно различить. Почему? А раньше? И раньше тоже по цвету. Ну, логика у тебя. Вполне нормальная. Бежишь? Угу. Бежи. Бежу. Я думала, это диван. Где? Вот это. Ну, в принципе, можешь сесть на него. Комфортно. Ух ты, это чьи куски? So we're here to assemble a codex. That makes sense. Прикольно. Смотри, ноги. Клешни. They cut her into pieces? Образцы глоторов. Это лед или это стекло или что-то? Непонятно. Вроде не тает. Собрать образцы Розетты. Не писи хуя. Куда его вставить? Let me see if I can feed it in. Вот сюда. Great. Okay. I'll see if I can route that to the assembly station. Hold on. Что происходит? Сейчас, короче, я собирать буду. Кого? Ну вот эту фигнюшку, это Розетта. So, according to the records, there are four more pieces. They were checked out of storage by Dr. Serrano. Well, there are three buildings in the facility, so if there are more pieces, they're either in one or all of them. Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found. Да, вон туда. Security file. You want to give it a shot? Не, не хочу. Hey, why not? Вот он, засранец. Ну и чё? Идём? Дальше куда? Сюда. Нет, не сюда. А, вот, пропуск воды. Great, thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. Всё, обратно? Да, всё, обратно бежать. Там, потому что несколько комнат будет, где... Назад. Сейчас обязательно кто-нибудь появится. Скорее бы! А то как-то вообще зомби. Так мало. Ну, нафига себе, зато их за раз много набегает. Да, не скажу. Ну, как будто на лёгком. There's one for paleontology and one for geological studies. Which one should I check out first? It doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? But it's not funny. I know. Isaac out. Вот, теперь я понимаю. Быстро убиваем.
так, нет, дальше, дальше, дальше. Туда потом. О, так, что это такое? А, вот эти фигнюшки, видишь? Они плюются, если к ним подойти, поэтому их... Да, давай лучше вот это. Что-то ей, по-моему, по барабану на мою крутилку. Смотри, да? Не, смотри, знаешь, как это делается? Стой, стой, не стреляй больше. Смотри. Yeah, а, знаешь так. Ну, чтобы не тратиться. Они причем могут быть на потолке, вот, видишь, сбоку. Сейчас... А! Ой, я сверхбыстрая реакция. Нас мало. Они вот те, которые внизу, могут сами себя убивать. Упс. Откуда он выпнул? Вон. Когда они умирают, они тоже выплевывают. Просто осторожно. Wade, you're not thinking we should mess with the sterilization system, are you? Maybe. Isaac, it's gas that eats your face. Нет, come on. What's the worst that can happen? Там он. It's gas that eats your face. А лифт тогда поехали? Сюда иди. А лифт? Здесь включить нужно. Ошибка. Вот, значит, лифт. Шумный пух вообще. О, что тут делать? Думай. А я знаю. А вы спаси меня, пожалуйста. Теперь только нужно это взломать. Еще одна. Лифт. Да блин, чё он вышел? Не надо, не выходи. Сейчас. Блин, ненавижу такие задачки. Все? Или не все? Да блин, чем к нему-то? В зеленое, в зеленое, в зеленое. Все мигает, так? Все, заходи в лифт. Че там? Все, все. Все, наверное.
Значит, ты не сделала, что ли, получается? Не знаю, мне все сказали, все нормально. А, я дурак, просто увидел, что она горит, подошел и снова все поломал. Ты... Хотя нет, там вроде было выставлено нифига. Hey, looks like we're stuck in here. Oh, come on, look, it's working. Yeah. This thing is airtight, right? Yes. Shit. Костюмы, которые в космосе. Ну, видимо. Come on, let's check it out. Mm-hmm. You go first. Сюда? Сюда. Тело. Доктор Эрл Серрано, статус апдейт. I now realize why the alien machine was rejecting our codex. The instructions were being garbled by the second set of DNA. The aberration. We found a new specimen. Pure and intact. О, еще один кусок розеток. Ты там где? Иду. Не вижу. Все, бегу. Бегу к тебе. А что там потерял-то? Я вообще в ту сторону. А, там этот есть, лифт видел. Ой! Ты как тебя так угораздило-то? Сзади. Ах ты, блин. Блин, а птички только так улетают. Блин, а донести никак, да? I found another piece of Rosetta. I'm sending it your way. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. А вот сюда теперь. О, лифт какой-то. Я здесь. Я здесь. Мим пробежала. Ага, там что-то нашла. А, нет. Ты куда? Я не знаю, что это. А, это мы тут были. Да. Тут шмот. В смысле, шмот гардероб? Да. А. Тр-т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 р. А, подожди, у меня-то. Вот, появился. Пусть ресурсы крабит. Готово. Да ты не мешай. Чё?
Что-то стрёмно мне бежать здесь. Вот и всё. Сзади. Блин, меня того. Да? Да. А у меня даже заморозки нет. Вот ты даёшь. Ты вот... А, бегу к тебе, пытаюсь. Да всё, нам хана. Всё? Я нет. Тебя спасаю? Нет, не успела. Я да не что успел. Ж такое? Я да не... ты встал и опять свалился. Я не успел. Аптечек нет, как так? Вот только что аптечку я взял. У тебя вообще нету? И вообще у меня их нет. Всё, подожди, стой. Я умираю. Блин, надо было забить это. О, спасибо. А как? Что произошло? Всё, спасибо. А заодно этот стазис. Дайте стазис, не кидал. А, не, спасибо. Вот здесь что-то есть. Мимо прошла. Hello, Isaac. Патрон. I know you're out there. Crawling around. Эй, кто? Сейчас, дослушать нужно. Нет времени слушать. Чё патрон тратишь? Сейчас на голову посыпется. Ну, не факт. Вентиляция. Ну и чё? А, во! Давай положу. Секунду.